это Путина политика. Я, например, очень удивилась. Ну, я знаю истоки этого. Вот это вот изречение очень хорошо было напечатать в библиотеке, чтобы все могли прочитать. Ну да, это я уже слышала. Да, да? То есть значение библиотек – это не то, которое я даю. Это центр, он не ниже администрации и прочее. Я хотел показать несколько вам Кемеровской области, где мы проехали. Вот, допустим, я думаю, вам не безразлично, что Кемеровская областная имеет книги. Вот. Ну, в принципе, мне не важно. Самое главное, я посмотрела книги. Киселев. Смотрите, вот мы прошли до этого. Юрга, это к вам все относится. Новокузнецк. Это у нас уже довольно такой путь прошел. Вот. Осинники. Это все Кемеровская область. Ну, я вам верю, вы мне это целая, не нужно целая мне пачка показывать. Вот. Самое главное, чтобы мне. Теперь, что означают эти книги? Книги эти все основаны на Священном Писании и православные. Но это не означает, что, как люди понимают, православные учат Богу молиться. Нет, я много лет преподавал в разных университетах, вел занятия. 3 радиопрограммы во всех отделах милиции, в воинских частях, я миссионер. В моем доме пришли многие сектанты, стали православными батюшками. И мы вам оставим визиточку, по которой войти можно будет в сайт, наш громадный сайт. Сайт этот, сейчас я покажу. Вот. На нем легко зайти в форум, я пугаю. Там мы сейчас делаем. Отношения церкви. Это тоже немаловажно сегодня, потому что так государство строило. Вот и благодарности церковных, центральных органов. То есть эти книги находятся в церквах. Вот около храма Христа Спасителя, рядом в Москве. Вот город Прокопьевск тоже ваш, это настоятель сам. Он давно знаком. В моем доме он пришел к Богу. Отец Владимир. Эти печать, все, посмотрите. Это, вот, ну, после, в принципе, как раз мне мы же с вами поспели. После. Я вам сказала, что мне достаточно того, что вы мне сказали на словах. Вот, в принципе, мне нужно Белова. Много. Беловск. Это мне именно красноярский показать. Беловский. Вот. Теперь сами книги. Я начальник детского лагеря, 40 лет. Без помощи государства тысячи детей. Это все отображено. Вот что пишет наша центральная газета «Алтайская правда». Уж потратьте время вот это посчитать. Ну, да уж, конечно, это что, интересно. Можно копию снять. Конечно, это можно все работать. Будет интересно. Видите, теперь мы проехали, именно что мне книги уже высылают, где мы были. Вот как раз книги в дар я стою. Прям свежие совершенно. Возьмите. Потому что будет намного интереснее, да, когда. Потому что, видите, мы уедем, а у вас могут быть вопросы какие-то. Скажете, у меня на этой ксерокопии. И тем более я не только. Нет, даже не только вопросы. Мы всегда собираем и свои краеведения, чтобы было так, о чем вот сказать. Вот я, когда большие библиотеки, обычно собираю все библиотекари, и я именно 20 выступаю перед ними. Скажу, что без интереса ни разу не было. Если можно, вот ксерокопии хотя бы несколько снять, я вам не закажу. Сейчас, подождите, я посмотрю. А то у меня не было, что-то я не вижу, наверное.